Всем привет! Мы находимся в городе Санкт-Петербург у большого гостиного двора. Гостиный двор был построен 237 лет назад по приказу Екатерины для того, чтобы продавать привозимые в город товары, а также производимые местными ремесленниками. Во время Великой Отечественной войны гостиный двор был разрушен. Сейчас он полностью восстановлен и выполняет свою функцию торговлю. Вот такой длинный большой гостиный двор. А мы немного прогуляемся по Невскому проспекту и послушаем музыку. Резко показал, ударил, может быть, я вкусы меня, и могу летать, мягко и пахая. Ну, на этом все. Подписывайтесь на наш канал, на нашу группу ВКонтакте. Ссылочка в описании к этому видео. Ставьте лайки, пишите комментарии. И до новых встреч!